Молодцы, отгадали сутки. Теперь задание посложнее. Из 4 букв. Стул. Стул. Молодец, Ёжик. Хорошее слово. Это слово стул. Где буква-то? Даже она потерялась. Где буква У? Хорошо написал, Лёжик. Проверяем. Первая буква С. Это сейчас С в загадочном слове? Нет. Мусорный бак. Так, дальше. Первая буква. Вторая буква Т. Её тоже нету в загадочном слове. Убирай её. О! Нету загадочного слова. Нету загадочного слова. Мама, мы его не будем писать, потому что у нас буквы в словах не повторяют. Ну, скажи, по одной. Слово щека. Попробуем написать. Пишем слово щека. Буква И. И-и. Где же она? Куда же она летает? Ну, что, написали? Да, написала. Вот это слово. Ой, какой ужас. 2 ошибки в таком коротком слове. Будем исправлять. Шевеля на нормальную букву «Щ». И не щека, а щека. Меняю букву И на Е. Так, значительно лучше. Проверяем. Хваща. Ее нет в загадочном слове, сразу убираю. Даже не ставлю. Еще буква Е. Она есть в загадочном слове, но она стоит не в том месте. Буква К. Она есть в загадочном слове, но стоит не в том месте. Буква А. Она есть в загадочном слове, но стоит не в том месте. Смотрите, у нас только одной нету буквы. Вот эти надо только перемещать. Нам 3 надо перемещать. Слово «река». Отличное слово. Но все буквы остались на своих местах. Проверяю только букву «Р». «Р» нету в слове. Загадочно. Убираю. Может быть, паёк?
Паёк пишется через всё, но мы проверим, как будто он пишется через «е». «П» нету в загадочном слове. Убираю. А стоит на том же месте. Ну, правильно. Поэтому снимаем эту. Надеваем эту. Это. Тут две остатки красные. Поэтому я прошу маму пойду. Прошу маму. Какой-нибудь суп из четырех букв. Там здесь К и А. Какая-то вот слово. Так, я буквально. И вообще, мне можно что-то сказать? Это короткая прическа. Это слово каре. О, очень хорошее слово. Молодцы. Первая буква К. Она стоит на правильном месте. То же слово каре. Ре в слове этом нет. Ну и это. Она тоже. Так, и эти три теперь правильные. Осталось только одну какую-то. Каме. Но там больше букв. Поэтому не подойдет. Кладем ее в сторону. Буква Д. Кадя. Есть слово кадета, конечно. Но там 5 букв, а не 4. Д убираю в сторону. П. Кабе. Нет, точно Б не подойдет. Кафе. Не подойдет. Нет. Конье. Есть. Но тоже не подойдет. Но я похож на слово конь. Ну, это слово похоже на слово конь. Но не подойдет. Убираю. Каше. Похож на кашу. Но нет. Кача. Нет такого слова. Кахе. Нет такого слова. Каже. Это кажется. Ну, каше. Нету. Каве. Кабе. Нету такого слова в жизни. Кае. Похоже на коза слово. Но коза по-другому пишется. Кладу в сторону. Кафе. Кае.
какие? Какие? Заново. Такого нет, чтобы. Похоже на слово «катимания». Кафе! Кафе! Получается слово. Проверяем. Кафе? Ура! Пойду в кафе. Пока, до новых встреч. Rock and roll, choo-choo-choo.